Всем большой привет! Я получила свой маленький заказ в 6-м каталоге Faberlic. Получила уже 7-й каталог, вы его видите перед собой. Я хочу даже там обратить внимание на очень интересную линейку новенькую. Ну а сейчас давайте посмотрим, что я заказала по 6-му каталогу. Вот так он был красиво оформлен. Лично самой себе я взяла не так уж и много. Что-то я его листала и справа налево, и слева направо, но вот не зацепила. Вот хоть тресни не зацепила. Но из необходимого у меня был стиральный порошок. Мне очень нравится от Dom Faberlic стиральный порошок. Нравится вместе с их пятновыводителем. Прямо очень в паре они отлично работают. Я пробовала даже на темных вещах. Ну, не так, что прям черные, но достаточно темные. Вещи отстирываются хорошо, потому что прям такой тандем классный. Порошок стоил, по-моему, 299 рублей. Я взяла Альпийские луга. Там есть еще морозная свежесть. Есть такой нейтральный, без вот этого, ну, как сказать, без аромата. 800 грамм, если я не сказала. Как выгодно ходить с подружками в сауну? По дороге, когда мы ходили в сауну с девочками, я забрала свой прошлый заказ Faberlic. И, естественно, у меня с собой в сауне был каталог, который мне захотелось полистать. Девочкам тоже 2 часа было чем заняться. Они тоже все по кругу приходили к этому каталогу. Ну и чем это закончилось? Одной дико понадобилось гель для душа. Посмотрите, какая красивая вот эта линейка. Если бы у меня гелей для душа не было в запасах, мне кажется, ради только вот разноцветных пузырьков, флакончиков, я бы, наверное, вот прямо все 8 штук заказала. Здесь было предложение любые 2 по 85 каждый, но у меня подружка взяла только один, поэтому 99 рублей. Ну, минус скидка там получается дешевле немножко. Взяла она себе вишневый цвет и хлопок, розовый, красивый. И аромат, вы знаете, очень приятный, мне понравился. Пахнет какими-то весенними нежными такими цветами. Мне кажется, и на лето, и на зиму такой аромат будет очень приятен. По крайней мере, мне очень понравился. Далее, опять же, уходя из сауны, Света на себя крем, знаете, гигиеническую помаду. С нами была девочка маленькая, она сказала: бабушка, я тоже хочу кошку-мяту. И кошка-мята тоже была заказана. Для детей 3+, мне как раз 3+, поэтому я таким бальзамом сейчас пользуюсь. Я на свете всех милее, ясно, вот это все про нас, про девочек. Кошка-мята называется, я этот открывать не буду, но покажу свой. Он такой очень симпатичный. Это как раз такой девчачий вариант. Очень подходит для детских губок. Единственный у него минус, он вот так вот, если не зафиксировать, то туда быстро улетает. То есть надо фиксировать именно. Очень маленький стик. Так, каталог у меня тут. И очень-очень быстро заканчивается. Мне кажется, небольшой какой-то розоватенький отлив на губах я вижу. Вот так вот нас очень не видно. Но мне кажется, вот что-то такое нежно-розовенькое есть. Потому что кот апельсин, он защитный. Если этот просто смягчающий, то кот апельсин защитный. И вот кот апельсин, если будете выбирать, многим не нравится. Потому что как бы губы покрываются пленочкой. Он больше подходит для морозов. А вот этот для любого времени года. И кот апельсин тоже небольшую такую едва заметную рыжинку дает. Тот желтого такого рыжего цвета, а этот розовый. Ну, то есть этот розовиночку небольшую дает на губах, при, если пообильнее мажете, а тот вот желтиночку. Ну, в общем, вот это мое. Ну, а девочка получит свой в упаковочке. Также в моем был заказе, была новиночка, помада Berry Kiss. Я брала в оттенке 40604, я вам сейчас ее покажу. Одной из моих подружек тоже стало сразу надо. Девочки такие, ничего другого не надо, а это надо. 299 рублей, вот я брала себе вот этот оттенок. Я ее уже носила и не раз носила. Вы знаете,
С одной стороны, мне помада понравилась. Меня спрашивали девочки, вот стоит покупать, не стоит. У нее действительно кремовая текстура, глянцевый финиш, ровное покрытие, увлажняет, комфортно, да. Но ее всего 2 грамма, а стоит она 300 рублей. Ну, по кэшбэку, с кэшбэком вместе. В любом случае, даже со скидкой, ну, дороговато для этой помады. Но девочка, вот у меня подружка, решила, что ей она нужна. Она взяла себе, так выглядит она в упаковке. Ну, я вам покажу свою. Как мне показалось, она как-то вот, и видите, расход. Ну, может быть, раза 3 я ее поносила. Расход такой активный. Крутить надо вот здесь в самом низу. Цвет приятненький. Когда пьете, она остается еще на губах. Ну, и перекус она не выдерживает. Она не заявлена как стойкая. Но на губах она быстро не пропадает. Нет такого, что вы знаете, прошелся, и через час, оказывается, уже половины нет на губах. Нет, она хорошо себя ведет. Водички попил, она остается. Вот так. Оттенок красивый. У меня и Нафиса спрашивала, стоит ли покупать. Ну вот, для меня дороговата цена. Но неплохая. Все равно помада неплохая. За другие оттенки ничего сказать не могу. Только вот за этот оттенок именно вот мой. В следующем каталоге я почему-то эти помады уже не увидела. Не знаю, может быть, это просто временный как бы такой вариант, что нету в следующем, не представлены. Но вот нету. И еще одна подружка говорит, хочу тоже помаду, но она выбрала уже из другой линейки. Губная помада с сывороткой, роскошный поцелуй. Артикул она выбрала 43067. Вы знаете, я вам ее показать покажу, но у меня такой нет, поэтому, к сожалению, я только вот смогу показать вот так. Персиковая, нежная, мне кажется, вот даже как не персик, мне кажется, ну персиково-коралловая такая. На лето вполне. Кому идут такие оттенки, оттенок неплохой, интересный. Подруга как раз любит вот такие, она говорит, мне вот персиково-коралловый, и выбрала самое то. Ну, я вам сказала, 43067. Вот такая помада. Но в этот раз без артикула, без... не покажу сводч. И вот прямо в двух буквально словах. Давайте поменяем местами, чтобы красота осталась у нас с вами. Давайте я вам покажу небольшие новинки. Вот это вот в начале линеечка, корейская система ухода за кожей лица. Мне понравилось по описанию, по тому, что они тут предлагают. Единственное, что все-таки, если это система, то надо брать все. Все 4 средства. Разработано на основе истинно корейских ингредиентов с учетом особенностей европейского типа кожи. Очень привлекательно вот это вот все описано. И что сюда входит? Вам видно? Гидрофильное масло для очищения. Снимает даже стойкие тональные средства, губную помаду без ощущения жирности. Нежная пенка для умывания. Масло, кстати, 100 мл, пенка 150. И будет витаминный тоник для лица 100 мл. Цены вы видите. Ну вот, обещания-то очень хорошие, вот если смотреть. И с витамином В3. Это у нас активный крем для лица 50 мл. Комплексно воздействует на все основные проблемы кожи, сохраняя ее молодость, свежесть и красоту. 900 рублей. То есть вот примерно на 1000, ну, около 2000 у вас получается вот весь этот уход. Но с 7-го каталога Faberlic обещает уже скидку делать, кэшбэк отменяет. Ну, вот. Интересное, интересное предложение. Единственное, что я себе брать не буду. Почему? Потому что у меня много сейчас ухода в запасах, и надо истратить то, что есть. Приятные есть здесь цены, бонусы приятные. Снова в конце, по-моему, повторяется предложение
Вот это вот мне нравятся последние линейки, стали супер ценные. Очень удобно, они тут все в кучке и легко их находить. Я вот все обращаю внимание. Кстати, тушь очень хорошая. Цена 169. Помады по 129. Тоже неплохие цены. Тени галактические, жидкие. Но они, видите, не тут, а, наверное, здесь. А, понравились мне купальнички. В начале тоже. Такой купальник. Ну, они были. В том году были подобные купальники. Даже, мне кажется, вот именно вот эта модель была. Ну, вот они со скидкой до 50% предлагаются в этом каталоге. Очки 500 рублей, 600. А нет, 500 это детские, а взрослые 600. Такие интересные. Массажеры. Ну, есть интересные. Вот резинки тоже я тут обратила внимание. Даже есть шейкер для воды. 780 миллилитров, 600 рублей. У меня сын все шейкеры обращает внимание. Вот прям каждый раз сразу надо. Я хочу вот на эту галактическую линейку глянуть с вами. Заказа больше нет, если что. Вот. Вот эти тени. Недавно Галинка показывала. Космиблог. Ее ник на ютубе. Понравились мне. Вот я все на вот эти смотрю. И вот на этот коричневый. В общем, не знаю, сколько я на них еще посмотрю, металлические оттенки, но у меня таких нет. Может быть, я какой-то один все-таки возьму на пробу, потому что покоя они мне не дают все-таки. Поэтому обращаю внимание. В прошлый раз 179 было, и сейчас будет опять 179. А так в целом, вот листала взад-вперед, особо ничего не зацепила. Зацепила еще, знаете что, новинка. Я очень люблю, вы знаете, аромат грейпфрута и в уходе. И в бытовом, и новый гель для мытья посуды, вот, средство для мытья посуды с ароматом розового грейпфрута. На это я обратила внимание, то есть мне он сразу дико нужен. Красный грейпфрут, даже не розовый, а красный грейпфрут, вот. Все, это все, что я хотела показать, обратить внимание. Спасибо, что остаетесь со мной, заказ, да, конечно, малюсенький в этот раз, но... поделать, ничего особо пока не надо, все есть, как в Греции, все есть. Спасибо всем, всем приятного дня и всем пока.